В Туркменистане отмечают День Алабая. В честь праздника в комплексе Международной ассоциации «Туркменские алабаи» состоялись торжества в честь праздника туркменского алабая, в рамках которых прошла церемония награждения победителей конкурса «Отважный туркменский алабай года» и тематического состязания среди представителей творческих профессий. Туркменский народ всегда гордился силой и мужеством этих собак, их готовность сражаться с намного более крупным хищником. По народному поверью, это связано с тем, что в жилах алабая течет кровь тигра. Туркменский алабай – одна из самых древних пород собак на Земле. Ей от 3 до 6 тысяч лет. Терракотовые фигурки собак археологи неоднократно находили на территории страны. Алабаи порода крупная. Щенки при рождении весят почти килограмм. Характер у этих гигантов спокойный и уравновешенный. Несмотря на суровый нрав, собака никогда не проявит агрессию первая, особенно в присутствии хозяина. Состязание проходило в 2 тура и позволило продемонстрировать самые лучшие качества этой уникальной породы собак. Из 20 участников в финальный тур вышли 10 лучших представителей. А в финале из 10 собак, принимающих участие из различных регионов страны, выбрали победителя. Животных провели по смотровой площадке, затем они преодолели полосу препятствий. Жюри оценивало телосложение собак, их рацию и характер. Победителем стал алабай по кличке Акхан, принадлежащий Министерству национальной безопасности Туркменистана. Хозяин отважного алабая года получил специальную медаль, диплом и переходящий кубок. А кинологу Министерства национальной безопасности Туркменистана вручили ключи от нового автомобиля. Призами от имени главы государства награждены также победители конкурса по художественному воплощению образа этих питомцев в произведениях искусства, печатной продукции, на фотоснимках и в телесюжетах. Президент Туркменистана Сердар Бердмухамедов поздравил собаководов и народ страны с праздником. Праздник Алабая – самый молодой в национальном календаре Туркменистана. В 2021 году он впервые отмечался вместе с национальным праздником туркменского скакуна, а с прошлого года указом президента Туркменистана этот праздник отмечается в последнее воскресенье октября. Давран Каюпулиев, Хаджимрат Балыков, Равшан Шамрадов, Азади Бердыкличев, Туркменистан, новостной портал. Поистине прекрасное зрелище. Мы увидели, что эти собаки и умные, и послушные. И вообще, для того, чтобы узнать, что за собака алабай, нужно приезжать, конечно, в Туркменистан и смотреть здесь на месте. Я очень рад сегодняшнему событию. Для меня это первый такой опыт. Я никогда не был ни на собачьих выставках, ни, тем более вот так вот близко не видел туркменских алабаев. У меня много впечатлений, о которых я, конечно же, расскажу своим друзьям.